Первая, вторая платформа, да? Блять, я на выход бегу, нахуй. Не... Чё за херь, блять? Все правильно, беги Все по правильно, PS. все правильно. Такс. Короче. Первая платформа Калат. Лево. Ну, первую фазу не буду объяснять, я и так, Петр. Первая здесь Калат, звездочки, а дальше фиолетовой хуйни А ты не нет, нет. хочешь хили? А кто танчит будет? Войд. Так долго не продержит. Монород, ДК, Кават и Войд. Угу. И посреди боя он услышит про товары говно от типа, Войда же. Нет, я имею в виду на ДКшку. Так. Да. Подлагиваешь. Мост. Очень сильно подлагиваешь. Вообще нет. Вот, и потом думай. Ты бы говорил здесь? Холипал, Элбрил, мост. Ты лагаешь. Элбрил спрашиваешь? Подошли мы такие сам сказал, все, я выпилила. Вот это вот вообще никогда не понимал, сейчас смотри. Нужно его будет как-нибудь пранкануть, когда он будет в скорость заходить, мы все выйдем. Да, хорошо. Так, этот, в ромбике Элбрил, Холипал, Мос, Хилите, Монорота и Калата. Надеюсь, запомни. Дальше, я на второй платформе, ДК на первой. На четвертой. Ну, правой стороны, как и вчера было. Здесь Простя стоишь в рейде, Полина стоишь. Здесь, блять, это между плюс там рейд будешь доставать. А Простя с адмиралом в рейде сидите, уже стоите. Отворачивайте сразу по поводу второй фазы. Напоминаю. Суммос. Второй фазы. Прибежали на вторую фазу. Дали Еру. Сливаем первого. Дальше следующий нюанс. Появилось 5 перьев, блядь. Перебежали. Мобов слили об эту херню. Дальше. Кават анонсит, там есть то. На твоей платформе мобов сколько появилось и сколько там есть. Это дальше. Перебежали. 10 мобов появилось, этого добили. Эти 10 мобов потом об следующего слили. Здесь этот. Прибегаем, становимся на макс рендж. То есть появляется этот перья, потом перебежали перья. Первых 5 мобов фростмах нову, вторых 5 мобов по чуть-чуть отпускаем. ДК там поможет поконтролить, локи то же самое. 3 лока должны контролить этот. И так сливаем всех мобов. Если что, дашь купол, я дам мастер ауры и так далее. Давай это контроли прям четко распределим. Чтобы не было излишних. GNN диспелит, килл, блядь, не проеби момент, когда его надо диспелить на второй фазе иглы, блядь. Ну, то есть сразу же, да? Как 3 стака будет или сколько там? 10. Ты видишь, у него пол хп диспелишь, его тогда сразу прохилят нормально. Ну, ладно. Может, на первой фазе народ подиспелит? Давай контроли на второй фазе распределим. Да, блядь, все уже все понимают, блядь, вчера все были. Ну, бля, я вот, я тебе отвечаю, сейчас будет такая хуйня, то что контроля будет много, либо будет не хватать. ДКшка здесь, наверное, здесь. Да, захожу, я релогался. Одну минуту. Рыба стоит, сопроты пить. Дайте кулак пороги, пожалуйста. Алоэ здесь. Монород, прыгни в мишку на пицце. Дайте горн, пожалуйста. Я тут. Где АДК? Заходи, ты сказал же, вроде бы. Что? Дайте кулак по роге. Логается.
Мы как первую, ну, по кругу? Да. А вторая нас по кругу. Монород, наверное, Жунуэн. Жунуэн, ты на первый тоже фейлишь. Нет, Жунуэн. Хотя... не используется дамажи. А чё, типа, крит милик? На второй фазе не забудьте снимать дебафы, то беспалит. Да, нам нужен миликрит. Типа миликрита вот тогда не будет. Могу я подиспелить, типа пусть дамажу. В смысле? Ну, типа, мы будем кайтить все равно, как бы. А народ в танк, я чё тут. Миликрит будет, блядь, будет прыгать мишку. В смысле, он диспелит секунд сколько получается? Пускай мосса диспелит. Пускай мосса диспелит. Хилов, блядь, тут 5 с головой. А кто диспелит первую фазу? Пуснее, можно? Где туда, блядь? Алоэ здесь вообще? Где он? Писал что-то. Лёха ассистент. Да, он писал, чтобы он релогает ком. Вот, не имей 100 друзей, а имей друга протовара, да? Что такое оно было? Горус, давай, что ты мне дал? Ты мне не то дал. Че заслужил, то и дал. Кирс, как че, направил уже. Че за хрень? Там че кого-то застрелили, что ли, или че? Лёх, постоянно или только тогда, когда много мобов? Когда просто много... если как вчера, то под конец я только когда много мобов вблизи было кидал. Блин, как играть с таким пингом 68? У меня будет вечно сотка. Ну, на второй фазе, если скажет контроль, лучше бы сразу, потому что там места мало. Тебя лучше замедлять сразу, пока ребята будут по таргету контролировать. Я бы так точно делала. Потому что реакция у всех разная, так хоть мобы помедленнее шли бы. Кто долго ребутает? Так, что он писал? Ну-ка, сейчас посмотрим сейчас. Сделай писал ребут. Просто ребут. В чате? Да. Да-да-да. Бать, что-то не вижу вообще ничего. В белом или в рейде? В рейдовом он писал. Чуть ни хрена не вижу. Значит, не на SSD-шном жестком стоит винда, вот и все. Он вчера тоже, когда ребутался, долго ребутал. Так, Клад, ты что раздавал? Каски Клад раздавал. А у Розария кулаки тоже вкачаны. Розария кресты. Я раздал кулаки МП5. Ну все, а ты лёг слакаешь. Так, сидим, ждем одного ДК.
Значит, 2 минуты ждем, если не заходит, идешь ты. Войд на ДКшку. Магу кусок упал, кстати, сегодня. Бля, давайте бегать паровозиком за пианист. Друид-шаман упали. Друид-шаман. Сколько времени уже прошло? Цепляйтесь. Жена, цепляйся за пианиста. Запоролся, что ли, бегать? Да нет, я не за пианиста, типа цепочку. Типа, да. Паровозик. Лёха, беги. Не стой. Давайте в очередь. Он сейчас так сделает, что он сам проскочит, а вас заставит сагрить босса и ГП вам даст. Правильно, вот это правильно. Ну они там не поднимутся, ну что ты как заворачиваешь? Смотри, что делают. Противный. Сейчас надо было до спины дойти, а Лара и скинуть их. Просто делается. Заходи на ДК, короче, вот. Время про товаров прошло, Войт. Мало про товар, да дорог. Хотя... Не, заходи на ДК. Ой, ты сделал анхоли до Касья? А что, надо? Я тебе говорю, ты говоришь, что ты делал. А сейчас уже не нужен анхоли ДК. Почему? Я резист. Ну, потому что у тебя сова есть. И чё? Нам нужен был анхоли ДК, чтобы он сразу на всех мобов кидал 13. Да, ой, зашёл. 100 стулков хп, сука. Не, она резистает, смотри. Не, она отмена, назад, да. Банный свет. Рутовар, настало твое время. Рутовар там борчит, сиди. Троллинг Рутовара. Я говорю, нам нужно будет как-нибудь пианиста затроллить. Типа, скажем, его не слышно, он будет перезапускать дискорд, а мы все выйдем. Одновременно. Ты жестокий человек. Ты зря сказал. Теперь он узнает об этом уже. И так все РТ, да? Да, по 2000 ГБ всем, кто в рейде, все нормально. Подожди, он еще не прогрузился, наверное. Он стоит. Не, а что, пранк? Минуту заходит. Original prank start. Ты диспейлишь, монород. Первая фаза. Монород, ты знаешь, что я тебе не могу написать сейчас. Мы с Каватом сами все делаем. Все, на позиционку становимся. Все готово. Давайте. Сапроты. Продаю сапроты. Сапроты. Если бы не нахомнил, я бы не выпил. Дай проверку. Ты главное горн, да, Элой, пожалуйста? Все готовы. Отсчет по. Не забываем. Не знаем,
то, что вчера сделали. Сейчас пошел. Перебежал. Минус ходит там. Орло. Господи. Ты перебегать не будешь? Ну, читать буду за это. Знаю, нормально перебегал. Да, знаешь. Перебежали. На ШВ, да, если что есть? Нет. Нету. А, нет. Нет, не ЗД. Отпускать. Дальнему дам там. Да я на околах. 5 секунд заберу. Собираю. Сейчас пошел. Перебежал. Еще один. Я там читать. Поконтрольте рядом. Отпускайте. Бежать. Сегодня побольше. Стаков нет еще. Задничество дал.
Один раз ранее раздавай. Два штуки отпускайте. Еще двоих отпускайте. Проводи. Две секунды. Ну сейчас сложно. Каст пошел. В этот момент босс должен переводить. Сейчас должны переводить босс. Переводите босс. Успеем, значит, ладно. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, ложитесь. Ложитесь, не бейте. Сейчас ДПС. Вагоны. Можно кто-то другой будет диспелить вместо Монорода, пожалуйста? Очень сильно не хватает Меликрита. Так масса диспелит, чё ты говоришь, Монород? Ну, Монород выходит из этого, из мишки, зачем-то. Ну, нахуя он выходит, если у массы? Он массы говорит, и Монород сказал. В смысле, Монород диспелил только что? Этот, масса диспелит. Вот только что? Диспелил? Мост, только охоты держи, пожалуйста, на хилах, чтобы у нас мана регистрировала. Первый нюанс, дальше второй нюанс. Контроль выходишь, через это за... Все толку, блядь. Как... Не знаю, меньше, чем от танка. В ДПС. Мы без демона остались. А что делать? Скажи, лучше, блядь, быть с демоном, который вообще нихуя не дает. Или без демона. Надо козуму. Белорус, сам спекайся в демона. Блять, да, это да, не, да, то, да. Не только меня забустит так-то. Ты так говоришь, как будто это, блядь, лично для не, меня. Не, я говорю локу. Нахуй мне спекаться, я, блядь, жизнь спек не меня. Ну, в Африке даст намного больше. Локи любят спеки менять все с каждым апдейтом. Пускай спекают. Надо, чтобы не рванули, чтобы блоки Африки по 10к максимум давали. Да и похуй, я все равно в Африке буду бегать. Леха тут? Да. Лех, с работы позвонили на час, надо срочно отъехать. Хули пала, поменяй. Дарт, заходи. Сейчас его позову на канале. Поверим. Анкил, чё ты без пухи так и ходишь? Посмотрите, у него пухи нету. А нахуй надо, блядь. Бля, спасибо, что сказал. Блядь, посмотрю, чё за. Я тоже смотрю, чё, блин, с ДПСом не то. Думаю, контроли что ли так. Спасибо, что сказал. На норм. Может кто-то с руки еще бил, не? Посмотрите, может кто там с руки еще пьяли. Инвалиды, агушки. На рыбалке кто-то был сегодня, нет? Удочку снял. Да какая удочка? Это сейчас на келе были, там посох по-любому взяли, не забыли надеть пух. Да. Я каскет и кулаки разбил. Что-то вообще с ДПСом слакают люди. Мне чтобы давать чем больше, тем, блядь, легче.
Нет, блин, давать хуйню вообще, но будем страдать. Не, монород, лучше 15 раз обосраться. Можно сам резист? Да, сова мудрая, хуйни не скажет. А чё, Даркпалов не есть, чё? Камурка не есть. Скажи, где мы стоим? На второй. С левой стороны, килитковатым народ. Вместе с Элбрилом и Мосс. Короче, кто будет давать сейчас, блядь, жалких 15 тысяч, я буду за каждый полом по соточке ГП. О, хорош. А вот туда никто ходить не будет, Бока, вообще народу не наберем. Да не ходят, а их кикну в гильдию. Вот некоторые уже из этого или в нуля. Тот же самый раздал. 255-е дают 15 тысяч на орке. Дарт Пал, что не хватает?